При столкновении двух легковых иномарок, случившемся в четверг у детского мира, не обошлось без пострадавших. Улицу Комсомольскую не поделили Рено и Форд. Это произошло в 3:00 часа дня. Как пояснили полицейские, автомобилистка за рулем Рено выезжала на главную дорогу с прилегающей территории, не уступив дорогу Форду. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована. Водитель Форда от медпомощи отказался.